13 июня 2007 года. Строительство Богучанской ГЭС в Красноярском крае. На глазах многочисленных рабочих огромный башенный кран с грохотом валится на землю. Строители в панике. Ведь на этом кране сегодня идут ремонтные работы. Наверху крановщик и трое рабочих. Внизу еще двое. Под обломками оказались погребены четыре человека. Их буквально разорвало на части металлическими конструкциями. Двое рабочих, те, что были внизу, получили серьезные травмы. Позже выяснилось, что причина катастрофы, как всегда, банальна. Халатность. Начав ремонт башенного крана, его плохо закрепили от самопроизвольного движения. Внезапный порыв ветра сорвал многотонную махину с места. Кран покатился, а потом опрокинулся. Эта чудовищная безалаберность унесла четыре жизни.